Наказание ужесточено, по-моему, максимально. Вот. Весь вопрос только в том, чтобы правоприменители, так сказать, не сталкивались с трудностями на практике. Вот весь вопрос. То есть должна вырабатываться практика по подобного рода делам, в том числе по применению усиленных мер ответственности уголовной. Насколько мне известно, и как вот можно в прессе посмотреть, меры ответственности к тем лицам, которые признаны виновными в совершении насильственных преступлений против детей, в том числе против половой неприкосновенности детей, санкции сейчас гораздо жестче, чем раньше. Гораздо жестче применяются.